Знакомьтесь, молодая собака по кличке Надя ищет дом и любящих хозяев. У этой скромной особы, как и у всех обитателей приюта, непростая судьба. Хотелось бы очень рассказать про собачку Нади, которая появилась в Октябрьском поселке. Ее просто выбросили из машины на дорогу. И вот зоозащитница Светлана, которая нам помогает, нашему приюту, она ее спасла, подкармливала. И в очередной раз приехал отлов и хотели ее забрать. Светлана не оказалась дома. Дочка выскочила, заплакала и не отдала отлову ее взять. Собака спокойная, тихая и умная, отвечают сотрудники приюта. Не создает никаких проблем. Прекрасно подойдет в качестве компаньона пожилым людям или в семью с детьми. Сейчас она у нас поправилась. Уже косточек практически не видно у нее. Собачка очень хорошая. Ее не слышно, не видно. Она подойдет как для квартиры, так и для будочки. Это не охранная собака, это собака-друг, компаньон. Ей где-то год-полтора, наверное, не больше.